Выставочно-образовательный комплекс «Железно», открывшийся в Старооскольском институте стали и сплавов имени Алексея Угарова в декабре прошлого года, распахнул свои двери для ветеранов ОМК. Первопроходцы комбината погрузились в историю металлургии и познакомились с ее самыми современными технологиями. Казалось бы, что нового могут узнать бывалые металлурги. Но переступив порог первого выставочного зала с говорящим названием «Красота», они почувствовали себя студентами. Оказывается, первые наскальные рисунки были выполнены с помощью гематита, а магнетит – это щедрый и волшебный минерал, притягивающий железо. Ставролит, оливит, железный метеорит, крестовый камень – все эти минералы гости увидели впервые. В зале славы установлены гигантские колбы с рудой и окатышами. Эти экспонаты члены Совета ветеранов ОМК называют родными, как и робу Столивара, защищающую от раскаленных брызг металла. Я вообще на ОМК с самого начала, я крановщик. И поэтому я это все в основном сверху видела. Видела этих всех ребят, которые строили с самого нуля. И вот когда и в СПЦ я была, и смотрела, как ребята работают, как в этой робе они ходят. Правильно, с одной стороны жарко, а с другой стороны она их спасает. Не один десяток лет эти люди посвятили металлургии, но и представить себе не могли, что железо умеет петь, что это живой организм, и если с ним плохо обращаться, то он заржавеет. Памятник ржавчине впечатлил всех без исключения. Зал «Польза» показал, что металл – это не только полезные, но и красивые вещи. Эксклюзивные статуэтки, выполненные искусными мастерами, украшают нашу жизнь. Выставка совершенно потрясающая. Когда мы сюда шли, то думали, что-то там железные какие-то изделия. Я вот вспоминала, что я в Челябинске, в Каслинском музее была. Я просто думала, что это какие-то художественные. Оказывается, это все связанное с нашим производством металлургическим. Очень интересно смотреть. И причем вот лично меня поразило, что вот все так оформлено, любя, со вкусом, все эстетически красиво, все доступно технически, вот для студентов, например, все очень современное оборудование, вот это показательное, наглядное. Просто замечательно все. Позже, делясь впечатлением от выставки в специальной зоне под названием «Гараж», ветераны ОМК отметили, что в «Железно» нужно приходить всей семьей. Ведь и самым маленьким, и взрослым будет очень интересно окунуться в этот замечательный железный мир. Пресс-служба ОМК для телекомпании «Мир Белогорья».